скрытая камера в деле. Мама привезла меня в школу и пошла заказывать кофе. А мне уже подруга звонит, где я? А я маму снимаю на скрытую камеру. Она пока ничего не видит. Я шпион. Впервые в жизни почувствовала себя настоящим шпионом. Сейчас Дёма поедет на футбол. Я надеюсь, мама это все заснимет. Американо. Пойдем политься. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Я тоже хотела бы себе что-то взять. Так возьми, я тебя оставляю и уезжаю. Ирландский латте. Буду энергической школе. Точнее, энергичной. Что-что? У нас же там есть этот энергетик. Да, только я хотела его взять, когда буду ехать в метро, чтобы прям проснуться. Ой, это ладно, прям в метро. Да. Все, я помчала. Я возьму тогда себе, хорошо? Что? У меня, в принципе, время еще есть. А, ну хорошо, только, Николь, когда ты будешь в школе, набери меня, пожалуйста. Хорошо, конечно. Все, давай, я поехала. Давай, на батут мы приедем. Это моя бутылка. Твоя бутылка? Девчонки, всем привет. Там Ника вроде бы уже начала снимать влог, она мне сказала, что я за тебя начала снимать, поэтому я просто здороваюсь. Дёма приехал на футбол, да? Да. Да? А это вот тут. Вот, что тут? Говорит, я буду рисовать. Я говорю, ты на футбол приехала, в футбол приехала играть. Вы мне писали, что многие из вас своих мальчишек водят в эту, ну, то есть сюда на футбол, на Дружбу народов. Было бы классно с вами встретиться. Вот. Но мы пока по утрам ходим. Да, тут запах такой не очень. И этот. Мы ходим на 11, и вот сегодня на 9 у нас персональная тренировка. В надежде на то, что он привыкнет. Да, и не будет бояться. Говорит, я боюсь. Он мне такой не какой-то... Не плакает. Не плакает. Ты маму плакает. Жалеешь или ты про себя говоришь? Не плакает. Ты маму жалеешь, да? Да. Чтобы мама не плакала. Чтобы мама не плакала, да? Ой. А ты мой защитник? Да. Ой, кто ты? Это экраны, чтобы родители смотрели, как детки играют, понял? Сейчас мама будет смотреть, как Дёма играет. А это детки играют? Да, детки играют. Ну все, сейчас буду снимать его, как он играет. Надеюсь, да. Что он будет играть. Гол! Гол! Футболист. У нас с тобой сейчас будет суперсад. Будет суперсад? Да, давай маме руки помажем. Все, красавец, смотри. У нас сразу будут бананы, видишь? А там круги, как будет. Закрыши, никто на нас не подсматривает. Да? И синие сливки. Сливки любишь? Да. Хорошо. И смотри, у нас будет с тобой двое ворот. А не было, и вторых. Нужно будет смотреть. Быстренько пробежать через ворота. Взять, например, смотри, что я взял. Красненькое, что это у вас? Клубника. Правильно. И быстренько отнести на наше клубничное колечко. Хорошо? Да. И так можно быстренько желтый в желтый, синий в синий. Хорошо? А потом будем с мячиком. Готов? Трасса проходит. Вот сюда, да. Поворачивай. Вот сюда, смотри, ворота нет. Вот. Нет, сначала веди. Подходи ближе подойди. Еще веди. Вот, еще. Все? А у тебя синий, да? Ну давай, если добьешь, то бей. О, как ты синий, молодец. Девочки, это к вопросу по поводу моего питания.
Это мой перекус. То есть сейчас, можно сказать, такой второй завтрак. И это орехи. У меня еще есть миндаль. Сейчас захотелось именно этих. Также еще манго. Ну, я вам показывала, есть видео на канале о моем питании «Жизнь мамы, которая девушка». Поэтому, если вам интересно, то заходите, смотрите. Вот. Такой перекус. Еду и ем. Петя мерзнет, видно, у него голова замерзла. Замерзла голова. Мы сидим на лавке в парке Поздняки. Смотрим, как прыгает. Как прыгает Демка. Да. Туда идем? А что мы там будем делать? И ждем Нику из школы, она сейчас должна подойти. Она сегодня занималась дополнительно, самостоятельно, с учителем по алгебре. В плане, я имею в виду, не за деньги, а просто подошла и говорит, я там что-то не понимаю, помогите мне. И вот учитель говорит, ну, присаживайся, вот сейчас у меня такие-то классы, давай помогу. Я прям удивлена и учителем, и Никой. Очень рада, что именно так. Вот. У нее все шансы быть здесь отличницей, потому что она прям яро начала активно учиться, заниматься. Она прям горит желанием, ей нравятся преподаватели. Поэтому я прям очень-очень рада. Мой попрыгунчик стрибает. Сегодня у нас 19 градусов, но, как видите, я имею в виду, в таком летнем почти наряде и очень на улице свежо. Топлюй. Завтра обещают плюс 26, а потом уже похолодание. Поэтому. Майами Бич будет. Кстати, предыдущий влог, там, где ты есть. Даже там, где ты снимаешь, мама, в конце говоришь. Ну, слайд, значит. Где ты говоришь? Желаем удачи. Помнишь, ты меня снимал, когда я на массаж ехала? Девочки в комментариях пишут, говорит, Петя сделал наш день. Я не помню, когда это. Ты снимал меня, когда я ехала на массаж, и когда я говорю, ну, типа, все, я еду на массаж. И Петя говорит, ну, желаем тебе удачи. Вот. Сегодня футбол. Петьке говорю, может быть, пойдем в футбол, посмотрим. А Петя не хочет. А Петя? Нет, он хочет. Он просто вредничает. Ты же все равно будешь смотреть футбол. В любом случае. В любом случае. А говоришь, что ты не хочешь. Или ты не хочешь мой вариант предложить? Я все варианты хочу. Что тебя останавливает? Ну? Уже. Отстань от меня, говорит. Ладно. Выключаюсь, ждем Никульку. А мы планируем сегодня. Я Даше позвонила, говорю, Даш, я хочу поехать с детворой в Скворечник. Это кафе на деревьях на Трухановом острове. Говорю, хочешь, поехали со мной? Она говорит, да, давай. И, в общем, мы сейчас вечером, там будет просто кино, кино «Жизнь». Мы с детворой хотим поехать. Я не знаю, насколько они дадут посмотреть фильм. Это «Под открытым небом» на берегу Днепра. Но я думаю, вы знаете, кто из Киева. Скворечник. А кто не из Киева, я надеюсь, что мы туда попадем, и я вам покажу очень хорошее место. Опа! Смотри! Бьем! Идем! Идем! Давай с тобой! А ну! Ого, Петя! Рекорд, смотри! Так это твой, блин, это ты рекорд побил, слушай. Супер. У тебя такая рука тяжелая, что капец. На, Дема, будет бить? Давай, Дем. Давай. Сейчас чихнет, опа. Давай, сильно-сильно. Сильно-сильно. Да. Вот так, сильно, вот сильнее, так. Давай, так. Сильно. Тух. Давай. Да, давай, головой. Кулачок, давай. Давай, нахуй. Хочу вам пожаловаться. Мы сегодня вечером планировали попасть на... За ручку пошли. Ника, ми-ми-ми. Мы планировали попасть на... в Скворечник, кафе на деревьях. Но мы заезжали на машине
получается, с Московского моста. И нас не пропустили, потому что нужен был пропуск. Пропуска у нас не было, позвонила туда, в кафе на деревьях, они сказали, что у них тоже пропуска нету, что надо с пешеходного моста как бы идти пешком. Объезжать, потом с детьми идти по мосту, и мы понимали, что мы на кино не успеем. Очень такой неприятный осадок, потому что, в принципе, могли бы и раньше можно было заезжать на машинах, а сейчас нельзя. Но оповещения они нигде не делали, что нельзя. И из-за этого как-то не очень приятно. То есть наши планы разрушились. Но мы нашли выход. Мы приехали на Болонскую... Холодно? Нет. Мы приехали на Болонскую набережную, тут есть парк и кафешки, и есть детские площадки, так что будем здесь гулять с детворой. А потом Ника будет делать уроки, да? Уроки? Такой, о, да, уроки надо делать, конечно, надо делать. Так, пошли Дашу искать с детворой. Они такие миленькие, за ручку идут. И такса, такса. Вот, в общем, вот такие вот у нас дела. Минус. Скворечнику на самом деле за это могли бы сделать какое-то оповещение и говорить о том, что на машинах заезжать уже нельзя, потому что раньше было можно. Вот, на этом я буду влог свой заканчивать. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И до новых видео. Пока-пока. А это просто ПС. Мы тут нашли детскую площадку. Кто, кстати, живет на Оболоне? Хороший парк сделали. Мы прошлись по парку, поиграли в футбол. Вот. Очень хороший парк. Теперь точно всем пока. А мы поиграем и поедем домой.